Роста доходов не будет. Речь идет о городском бюджете на 2017 год. Как рассказала журналистам заместитель главы администрации Сургута по финансам Анна Шерстнева, сверхприбыли в казне следующего года ждать не придется. Правда, окончательные цифры по доходам будут понятны к июлю. Стоит отметить, что провалов чиновники тоже не прогнозируют. Вместе с тем, в процедуре планирования в этом году есть изменения. Так, теперь в преддверии формирования бюджета все получатели казенных денег должны предоставить план закупок и обосновать товары, которые заявили. Усиливается вопрос нормирования. Сейчас тоже все структуры этим занимаются. То есть сколько, почему, каких товаров и так далее. От планов к реальности. Уже в июне администрация города объявит аукцион на привлечение кредита. Сумма займа 450 миллионов рублей. Однако, как рассказала заместитель главы города Анна Шерстнева, возможно, все деньги не понадобятся. Это будет зависеть от доходов и расходов казны. Сколько именно кредитных средств реально потратит город, точно сказать пока нельзя. Это будет понятно ближе к концу финансового года. Кредит мы берем на погашение дефицита, но он не привязан к конкретному объекту, именно связан с инвестиционными расходами бюджета.